Растаял лед, и корабли пошли. В Новосибирской области открыли пассажирскую навигацию на Оби. Кроме того, начались экскурсионные поездки. В большое плавание отправилась и наша съемочная группа. Уже с утра на пристани у речного вокзала очередь за билетами. Больше полугода томительного ожидания, и вновь можно подняться на палубу. Рейс речной вокзал Седого Заимка пользуется у горожан особой популярностью. У многих в тех краях дачи. И открытие навигации в длинные выходные как нельзя кстати. Отдохнуть, поплавать, расслабиться. Дети очень хотят покататься на кораблике. Наконец-то это возможно становится. У нас такая река шикарная, да? Очень хочется покататься, солнышко. Саш, как ты хотел покататься на кораблике? Покажи, как ты хотел покататься на кораблике? Сильно-сильно. Сильно-сильно. Ограничений по количеству пассажиров на судне нет, но на всем пути следования находиться нужно в маске. Без нее вас не пустят на борт. Кстати, впервые в этом году при покупке билета можно воспользоваться социальной картой. Если раньше фиксация велась, ну, по факту по записи, то с сегодняшнего числа реализовано полностью электронное приложение, которое будет работать, и мы будем уже отчет о поездках получать в электронном виде от пассажиров Транснава. Это сделано впервые, и по сути это, ну, наверное, последний вид транспорта, который не был охвачен таким уровнем сервиса и комфорта. Кроме того, для гостей и жителей города открыли экскурсионные туры по Оби. Увлекательные события из жизненного Николаевска. Легендарная история о Валентине Привалове, пролетевшем под коммунальным мостом на реактивном истребителе. А также военно-морской жаргон не оставят равнодушными. Отдай швартовый. Еще? Есть еще? Свистать всех наверх. Концы в воду. Вот с концами в воду, пожалуйста, поподробнее. Все прыгают или все остаются на своих местах? Не, ну это по-разному, это в зависимости, так скажем, на каком судне работаешь. Ну, у нас пассажирское мы концы воду не отдаем. Праздники перевозить пассажиров будут ежедневно. С 12 мая график изменится до 3 раз в неделю со всеми остановочными пунктами. Речной вокзал, остров Кудряш, Ягодная, Черемушки, Новая Заря, Бибиха и Седого Заимка. Рута Келлер, Евгений Агеев, новости ОТС.